Всем привет, сегодня будем с вами играть в Little Miss Fortune, потому что все уже ютуберы в нее поиграли, кроме меня. Давайте поиграем. Все, сейчас у нас пройдет геймплей сам. Ну, вы сами знаете. Ссылка будет на игру в описании. Это мобильная демо-версия официальная. Официальная мобильная демо. Ждем полную версию на телефон. Ой, это монстр из Френбол. Добро пожаловать в мою игру. Я буду твоим ведущим и скромным рассказчиком. Правила игры просты. Пройди ее до конца и получишь приз. Угу, понял. Спасибо. Я прям жду полную версию на телефон. О, неудачи. Это неудача. Она замечательный ребенок из не очень замечательной семьи. Немного блесток для вас, немного блесток для тебя и немного для меня. Оу. Печально то, что сегодня день, когда она умрет. Знаешь, я тебя слышу. Оу, ты слышишь? Ага, скажи, ты внутри моей головы или что-то вроде того? Ну хорошо, да. Хорошо, я буду звать тебя мистер Голос. Что ты там говорил про то, что я сегодня умру? Умрёшь? Нет, никто не говорил, что сегодня кто-то умрет. Правда? Никто ничего не говорил? Знаешь, я приготовил для тебя игру. Игру? Правда? Для меня? Если ты сможешь дойти до конца игры, я дарую тебе вечное счастье. По рукам? Вечное счастье? Пожалуй, я могу бы отдать его своей маме. Хорошо, по рукам. Опа. Замечательно. Потрясающе. Готова сыграть? Да. Твое первое задание – покинуть дом. Хорошо, я сделаю это. Ага. Нажмите, удерживайте сторону экрана, чтобы идти. Угу. А, вот так заикался. Ага, все. Я люблю двигать своим телом. Это музыка, что продолжается вечно. Прикольно, но я играю. Ну, дневник я не буду читать, ибо читать я не люблю. Смотри, я нарисовал рисунок. Иногда я вижу того лиса за окном. Я зову его Бенджамин. Он очень милый лис. Фу, меня мало интересуют лисы. Почему? По-моему, норм. А танцует еще все. Она все еще танцует, прикиньте. Смотри, это мое тайное убежище. О, впечатляет. Но зачем тебе тайное убежище? Мне не нравится, когда мои с папой сильно ругаются.
Поэтому я прихожу сюда и мечтаю о дальних... Ясно. Ладно, давайте выходите отсюда. Вот раскраска. Я люблю свою раскраску. Как поступить с раскраской? Взять раскраску с собой, оставить раскраску бабси. Нет, с собой возьмем. Я возьму ее на случай, если мне станет скучно. Хорошо? Хорошо, бери. Все, мы с вами выходим. И идем сейчас. Выходим на улицу. Все, побежали, сейчас заберем. А, да. Сейчас это... Однажды я видел здесь монстра. Я показал ему палец, и он больше никогда не появлялся. Чего? Не возвращался. Ага, не возвращался, понял. А, блестки-то забыли. Блестки-то забыли. Мои блестки. Угу. Все, можем идти. На неудачу. Прежде чем уйти, какую игрушку ты возьмешь с собой? Могу я взять обе? Нет. Выбери только одну. И помни, твой выбор гораздо более важен, чем ты думаешь. Ладно, я выбираю... Какую игрушку взять с собой? Единорог? Камень. Единорог, вот это сразу отпадает. Камень лучше брать. Он понадобится еще. Я выбираю камень, который однажды меня бросил папа. Интересный выбор. Ага, я назвал его Стоуни. Потому что он Стоуни. Камень, понял? Камень по имени Стоуни. Это очень умно. Спасибо. Ой, чтобы ты знал, я люблю спать велюски на вещи, чтобы они стали потрясающими. Та-дам, счастье всему. Эй, ты, по другую сторону экрана. Помнишь, я сказал тебе, что она сегодня умрет? Давай сохраним это между нами, в секрете, хорошо? О, вон Бенджамин. Там Бенджамин сейчас прошел. Бабушка. Это бабушка. Она тоже носит подгузник. Ты все еще носишь подгузник? Нет, это было 100 лет назад. Замечательно. Мама любит собирать бокалы. Я разбирала пару, когда бегала слишком быстро. Мама узнала, кто это сделал? Нет, но в моей ноге целых 5 дней был кусок стекла. Это нормально. Прошу, не падай. Плух. Проклятие, она разбилась. Это был прекрасный пример причины и следствия. Пожалуйста, не выдавай меня. Не волнуйся, ты можешь мне доверять. Хорошо, спасибо. Вот, ребята, вот себя уже выдал, что ему можно доверять. Он врет. Мама сказала, что вышла замуж за папу, потому что она ждала меня. Она хотела сделать аборт, но это нелегально и противоречит закону. Это же самое. Да. Правильно прочитал, прости. Может, я смогу ее починить? Как поступить с разбитой вазой? Оставить как есть, починить эту разбитую вазу, давайте починим. Я сделаю это. Давай. Так, сейчас сразу вот сюда. Ссылка на игру, как вы помните, в описании. Мне вот пишу, не нравится. Это, конечно, прикольная фишка игры. Вот этот кусок-то. Ну, давайте сначала вот это все починим тут. Это пока все сделать надо. А, все. Готово. Я сделала это. Смотри, это я. Мама говорила, что я должна улыбаться, даже когда мне грустно. Фига себе, родители. Друг моего папы был охотником, и он застрелил от того лося. Его дочь Эрика подумала, что пистолет был игрушкой. Она сказала «пиф-паф» своей маме и папе. Потом ее родители умерли, и ей было так грустно. Она посмеялась еще в конце. Вон, давайте погнали сюда.
Фу, здесь пахнет сигаретами. Согласен, противно. Да, это моя мама. И еще она очень любит пить сок. Что ж, ты готова выполнить свое первое задание? Готова. Я намерена получить этот приз. На самом деле, я вот с этим монстром согласен, сигареты это очень плохо. Нафиг их вообще придумали. Мама, какой ужасный запах. Что это? Мертвые животные. Вот что это. О, ужас. Да. И вот сигареты правильно показывают в игре, что это плохо. Это сразу плюс. Фу, снова мертвые кролики. Когда уже папа поймет, что они мне не нравятся. Фу, что они нравятся мне живыми. Так. Жаль. Так. Когда я вырасту, я хочу стать как моя мама, такой же любительницей пить сок. Он 11 октября. Это сегодня. Угадал. Сказать маме, что ты уходишь? Да. Нет. Ну, давайте скажем. Я вышла поиграть, мама. А ё-моё, неправильно. Она сказала мам. Добрый день. Утро. Сейчас полдень неудач. А, хорошо. Доброго полудня, утро. Дебилизм, правда. Помнишь Бенджамина Лиса? Здесь я увидел его впервые. Он прятался в мусоре, когда мы встретились взглядом. Было очень напряженно. Да ты уже говорила мне об этом Лисе. Лисам нельзя доверять, они все преступники. Что, Лис преступник? Глупости. Но это он специально говорит, чтобы неудача ему не доверяла. Этот бассейн пахнет туалетом, потому что я пописала в него. Как отвратительно. Не больше, чем когда моего папу туда вырвало. Вот это было отвратительно. Что у них за семья-то такая? Здесь не часто спит мой папа. Папа? Серьезно, прям противно. Я только сейчас заметил, что здесь графика похуже, чем на компьютере. Код. Привет, киса. Сюда, иди. Иди, киса. Кис, 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 кис. Ч. А он свалил. Киса, не уходи. Он свалил. Проклятие. Почему мне никогда не удается поговорить мило животных? Что? Итак, прежде чем мы продолжим, тебе стоит узнать правила игры. Неудача. Хорошо. Запомни, во время своего путешествия ты сможешь выбирать. Ага, выбирать. Нет таких понятий, как хорошо или плохо. Есть только последствия. Хорошо, хорошо. Только последствия. Когда ты пройдешь игру, приз вечное счастье твой. Я готова. Твое следующее задание – пересечь эту дорогу. Хорошо, это я могу. Посмотри налево, посмотри направо. Есть машины? Нет. Ладно, я пошла. Опа. Вот это как раз, вот голос. Мистер Голос вот этот. Я видела монстра. Какого монстра? Я ничего не видел. Он выдает. Он был там, я его видела. Может, твой просто... Да, это правда, оно у меня очень богатое. Пойдем, мы хорошо повеселимся. Хорошо. Давай, пошли. Смотри, птичка спит. Давай же, неудача, пойдем. Все, теперь смотрим.
Идиотизм. Идиотизм. Не знаю, угорал прям. Ну, на этом все, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а всем удачи, всем пока. Помните, ссылка на игру будет в описании под видео. Ну, а всем удачи и всем пока. До следующих встреч.